Я вам скажу, я не считаю, что врачи и обследование – это ерунда. Как она считает? Ну да. А мне так тяжело, зная, что она скоро уйдет. Как я могу ей помочь? Хожу, покупаю еду, это само собой, а как еще? Вы ей должны сказать, что человек, скажите, мама, то, что ты не хочешь, это твое дело. Но я буду бороться за тебя, пока бьется мое сердце. И бороться до последнего момента. То есть говорить, мама, да, ты мне нужна. То есть, если ты не нужна себе, то мне нужна, и я буду бороться за твою жизнь, бороться за тебя, и мы будем делать все для того, чтобы продлить твою жизнь и сделать твою жизнь комфортной. Поэтому, что бы ей ни сказали врачи, что бы она ни считала для себя, создавайте для себя миссию максимальной поддержки ее. Обратитесь к врачам. В случае, если врачи говорят, что нужно то-то, то-то, делайте это. Дело в том, что это все на вашей совести.